Кызылординские гандболистки выиграли пятую летнюю спартакиаду. Отметим, это спартакиада из разряда подготовительных к участию в крупных международных соревнованиях, в том числе к 32-м Олимпийским играм 2020 года. Напомним, в соревнованиях приняли участие сборные Мегаполисова, а также Алматинская, Актюбинская области и местная сборная. Кызылординская школа гандбола, игроки которой составляют костяк национальной сборной, вновь доказала свое мастерство. Отметим, это их подряд четвертая победа в летней спартакиаде. Команду к соревнованиям подготовили заслуженный тренер Казахстана Вячеслав Ким и старший тренер Ольга Игунова. Второе место заняла команда города Нур-Султан, замкнула тройку лучших сборная города Шымкент.